Здравствуйте, уважаемые дамы и господа. С вами Герман Пермяков и Redline TV. Сегодня я предлагаю посмотреть информацию о очередном комплексе, который называется Sunny Island, Солнечный остров. Располагается он в поселке Черноморец на южном побережье Болгарии, недалеко от Бургаса. Очень интересный комплекс с очень интересным уникальным пляжем. И назван так, потому что посреди, во дворе комплекса располагается бассейн, и посреди этого бассейна такой остров, и на нем такой своеобразный ресторанчик. Итак, давайте посмотрим, о чем же, что это за комплекс, и чем он, что он из себя представляет. Приятного просмотра. Здравствуйте, уважаемые дамы и господа, с вами Герман Пермяков, и вы на канале Redline TV. Сегодня предлагаю вам ознакомиться с очередным комплексом на южном побережье Болгарии, который называется Sunny Island, или Солнечный остров. Находится он в городе Черноморец. Итак, давайте посмотрим, что это за комплекс. С удовольствием предлагаем вашему вниманию самый солнечный вип-комплекс Sunny Island, расположенный на живописном полуострове в южной части Бургасского залива. Всего в 20 километрах южнее от Бургаса и в 5 километрах от старинного городка Созополь. Он находится в одном из нетронутых уголков болгарского побережья, между городским пляжем Созополя и кемпингом Градин, прямо напротив острова Святи Иван. Именно здесь вы сможете приоткрыть волшебную красоту Черного моря. Четырехэтажный комплекс Sunny Island состоит из двух зданий. Корпус А и корпус Б. Корпус А состоит из 28 апартаментов, а корпус Б состоит из 125 апартаментов, куда входят студии, двухкомнатные и трехкомнатные квартиры. Все апартаменты имеют южное расположение и волшебный вид на море. Для многих это очень важно, потому что не на всех комплексах есть вид на море, есть вид на противоположную сторону. Но именно отличие этого комплекса означает, что все квартиры имеют вид на море. Ступенчатая видная архитектура и высококачественное строительство в сочетании с окружающей и девственной природой придают комплексу спокойствие и уют. Sunny Island представляет собой комплекс закрытого типа с отличной инфраструктурой, расположенной на большой территории. Комплекс располагает уникальным садом площадью 6000 квадратных метров и бассейном на 3 уровнях. Живописная природа, приятные солнечные лучи и теплые морские волны делают комплекс божественным уголком, предрасполагающий к идиллии и спокойствию. Какие же удобства имеются в комплексе Sunny Island? Во-первых, это бассейн на 3 уровня. Это уникальный сад на площади 6000 квадратных метров. Это ресторан, кафе, бар. Это шатры для массажа. Это детская зона, магазины, круглосуточная охрана комплекса и парковки и круглосуточный ресепшн. Как видно, что недалеко от комплекса, сейчас на ваших экранах показывается пляж ближайший до комплекса. Расположен он всего лишь в 200 метрах. В комплексе присутствуют также VIP-услуги, это яхты для прогулки, яхты для рыбалки, VIP-пляж, аренда автомобилей и теннисный корт.
характеристики апартаментов в комплексе Sunny Island. Это высокое качество строительных материалов. Это ванные комнаты и туалеты, полностью оборудованные душевой кабиной и сантехникой. Стены и полы облицованы качественной плиткой. Встроенные кухонные шкафы в гостиных. Качественные ПВХ окна. Солидная входная дверь и межкомнатные двери МДФ. Спальни и гостиные. Качественный ламинированный паркет. Стены и потолки покрашены краской. Установлены кондиционеры. А также общие части с красивой отделкой. Проведено кабельное телевидение, и в каждой квартире есть высокоскоростной интернет и доступ Wi-Fi в комплексе. Ну и по традиции давайте посмотрим расположение нашего комплекса Sunny Island. Вот если взять карту всей Болгарии, да, мы видим Варну, видим Бургас, вот, даже вот София есть, вот. Вот, посмотрим, нам комплекс находится здесь, в поселке Черноморец. Сейчас это отобразится даже. Далеко от Созополя. Созополь у нас получается немного южнее, а Бургас севернее. Вот видим Черноморец. Видим расположение рядом один из тоже рассматриваемых нами комплексов, который мы уже показывали в наших обзорах на Redline TV, это Flores Garden. Вот знаменитые улицы Владислава, вдоль которой расположены самые узнаваемые комплексы. И здесь пляж. Давайте посмотрим спутниковую фотографию. Да? Вот видно, что пляж находится вот, ближайший, то есть в конце улицы. Здесь находятся, опять же, магазинчики основные этого поселка. Вот Sunny Island, вот эти два здания, и вот бассейн, одно здание, второе, да, и вот бассейн, это парковка. И смотрим маршруты, да, и как бы, что у нас находится вблизи. Итак, от Черноморца до Созополя карта показывает 10 километров. От Черноморца до ЖД вокзала 25 километров, до ЖД вокзала Бургаса, до ЖД вокзала и центра города. И от Черноморца до аэропорта Бургаса 41 километр. То есть, в принципе, все в шаговой доступности. На момент записи этого фильма, август 2015 года, в комплексе имеется 19 свободных номеров. Ну, в принципе, можно уже купить и вторичные, то есть вторичные рынки, уже нумерованные студии. Если вы хотите новые, то компания-застройщик предлагает меблировку. Апартаменты предлагаются с отделкой, но без меблировки. Покупателям будут предложены пакеты целостной меблировки, включающие все необходимое для проживания и или сдачи в аренду. Меблировкой занимается компания партнер-застройщиков. Клиентам будут предложены несколько вариантов меблировки. Несмотря на то, что компания рекомендует покупателям, которые хотят сдавать свои квартиры в аренду туристам, чтобы меблировка подходила дизайну, утвержденному архитектором, ну, согласно дизайну здания, в принципе, все зависит от желания покупателя или будущего владельца.
То есть можно подобрать пакетные веревки по самой, возможно, выгодной цене, которая подходит и для собственного проживания, и для сдачи в аренду. Указанные цены включают все необходимое для того, чтобы апартаментом можно было пользоваться сразу после его меблирования. Что же касается управления и обслуживания комплекса. Компания-застройщик обслуживает комплекс и все апартаменты в нем. В комплексе работает персонал, который заботится об управлении, обслуживании и деятельности Sunny Island. Годовая оплата за обслуживание составляет 8 евро за квадратный метр и включает обслуживание общих частей и садов, уход, уборку и плату за электричество в общих частях и коридорах, круглосуточную охрану, стандартные ремонты, которые возникают как результат нормального пользования комплекса. Ну и позвольте предоставить небольшую информацию о самом поселке Черноморец. Солнечный курортный поселок Черноморец собрал в себе всю красоту Черноморского побережья и является уникальным местом для отдыха, так как имеет 5 пляжей с мелким светло-золотистым песком, разделенных между собой невероятно красивыми скалистыми берегами. Центральный пляж находится в южной части Бургасского залива, любимое место для родителей с малышами, так как вода очень мелкая и спокойная. Восточная часть пляжа представляет скалистый берег, который часто предпочитают любители прыжков в воду и рыбалки. Пляж кемпинга Черноморец находится в непосредственной близости к поселку. И только на 1,5 километра находится пляжная полоса кемпинга Градина, где есть залив, подходящий для серфинга. Для любителей прогулок на улице городка есть много уютных и милых кафе с прекрасными панорамными видами на чудесную природу. В Черноморце большое количество ресторанов болгарской кухни «Механа», предлагающие своим посетителям большое разнообразие болгарских традиционных блюд. А любители ночной яркой жизни также останутся довольными, так как в Черноморце есть открытые и закрытые дискотеки и бары с ночными шоу-программами. Для развлечений детишек сооружены надувной водный замок и водная горка, детские площадки и многое другое. Черноморец является прекрасным поселком, уникально сочетающим в себе великолепную природу, современной туристической базой и гостеприимством местного населения. Тихий и спокойный курорт, который подходит для полноценного отдыха. Ну и придерживаясь уже традиции наших фильмов на Redline TV, давайте послушаем интервью уже тех, кто купил квартиры в данном комплексе. Что они вообще, ну, если откровенно говоря, конечно, никто плохого о своих квартирах не скажет. Но, по крайней мере, вы сможете уже получить представление о том, как выглядит этот комплекс, о том, какая обстановка, какие квартиры. Ну и судить его, конечно, вам, насколько человек серьезно говорит о своем комплексе, насколько он откровенно говорит. И, естественно, все равно выбор за вами, и делать выводы будете именно вы. Итак, давайте посмотрим. Здравствуйте. Мы купили апартаменты в этом комплексе. Он называется Sunny Island, Солнечный остров. Он состоит из двух корпусов. Вот этот корпус построен в 2008 году, введен в эксплуатацию. А этот несколько лет спустя. Комплекс Sunny Island находится в городе Черноморец. Это южное побережье Болгарии, недалеко от города Бургас и Созополь. Наши апартаменты находятся на 4-м этаже вот этого здания. Видите балкон?
большой балкон, 8 квадратных метров. С нашего балкона открывается очень красивый панорамный вид на море и остров Святого Ивана. На территории комплекса есть многоуровневый бассейн. Возле этого бассейна много лежаков, зонты вот такие натянуты, детская площадка, тренажерный комплекс и очень красивая озелененная территория. Наши апартаменты состоят из двух комнат, встроенной кухни, ванной комнаты. Сейчас мы подходим к двери наших апартаментов. В нашем подъезде 4 этажа, на каждой лестничной клетке по 3 квартиры. Это наша квартира, номер 23. Состоит апартамент из двух комнат. Это комната побольше. Значит, вот это вот встроенная кухня. Очень удобная, компактная. Есть плита, вытяжка, мойка, микроволновка, холодильник. Все это компания-застройщик установили сами, выбрали и отделка, и дизайн, и выбор мебели. Все это компания-застройщик организовала сама. Есть кондиционер один, он тоже уже входит в стоимость. Небольшой коридор и спальня. Спальня большая, двухместная кровать, шкаф, балкон. Выход нам красный, отсюда открывается вид. Сегодня с утра светит солнце и очень жарко. Вид прекрасный, и комплекс нам очень нравится, потому что здесь красиво, уютно, и он находится в очень хорошем месте. В 5 минутах ходьбы от магазинов, кафешек, ресторанчиков, автобусная остановка. В этом городке все очень близко. Да, и еще Черноморец хорош тем, что здесь самые низкие цены на побережье. На все, на продукты, на какую-то утварь кухонную. Ну и давайте с вами еще посмотрим пляж, на который ходят жители комплекса Sunny Island. Вот он на ваших экранах. Пляж общий с комплексом Flores Garden. Мы уже описывали этот комплекс на нашем канале. Можете посмотреть, поискать видео, или же, если затрудняетесь, можете написать нам, мы вам скинем ссылку. Что хочется добавить? То, что современная продажа Болгарии комплексов заключается в том, что вы можете приехать бесплатно на осмотр. Естественно, это является условно бесплатно, то есть вы платите за поездку, но если вы приобретаете какую-либо недвижимость, то компания-застройщик вам полностью возвращает ваши затраты на вашу поездку. Также периодически устраиваются поездки с Украины. Кто с Украины, те знают. Предварительно мы предупреждаем. Периодически отправляются автобусы с Киева, с Харькова, с Днепропетровска, с Одессы. Из России и Беларуси, и Казахстана вы можете приехать, в принципе, так же, как и с Украины, вне дат, когда отправляются такие автобусы, то вы можете просто приехать, согласовать свой приезд, вас встретят сотрудники компании-застройщика и провезут вас по побережью, по интересующим вас комплексам,
и вы посмотрите эти комплексы, зайдете в квартиры, потрогайте, пощупайте и сделайте свой выбор. Также хочу сказать, что в таких поездках существуют скидки на недвижимость. То есть вы можете получить до 15% скидки на стоимость вашего выбранной недвижимости. И еще также могу сказать, что периодически есть акционные цены на те или иные виды апартаментов. То есть если вы попадете в какую-либо акцию, в такую, то вы можете купить по скидке тоже 5-7%. Это в зависимости от стоимости. Если брать двухкомнатную квартиру, то там, в среднем, которая где-то около 50 тысяч евро, то вы можете ее взять за 42, за 43, за 45 тысяч евро. Естественно, что вам останется приятным сюрпризом на остаток, и вы можете спокойно меблировать свое жилище. Ну вот, в принципе, все, что я хотел рассказать по комплексу Sunny Island на сегодняшний день. Если у вас будут вопросы, не стесняйтесь задавать их на контакте в бегущей строке. А также заходите нам на сайт нашего канала Redline TV, redline.xyz, и смотрите другие комплексы, или же пишите нам в контактах на этом сайте. Итак, на сегодня все. Увидимся в следующих фильмах. Спонсор эфира – агентство переводов «Lingva24». Мы поможем вам осуществить качественный перевод с учетом лингвистических и культурных различий между языками. Наши профессионалы окажут самый широкий спектр услуг. Перевод любых европейских языков на языки СНГ и наоборот. Перевод с китайского языка, устный перевод, выполнение проектов под ключ, многоязычные сайты, инструкции к технике и оборудованию, графическая верстка, копирайтинг, контроль качества. Перевод, максимально приближенный по смыслу к оригиналу. Lingva24. Соединяя ЕС с СНГ. Наш адрес в интернете – lingva24.net. Ζήτω η Ελλάδα. Ζήτω η Μαριούπολη. Νόμιζες ότι μπορείς να φορτώσεις τη ζωή, μια ζωή μου ότι βρεις, σπίτια, μάξια, λεφτά. Λεπτό ξένο κόσμο στη μέση, στο κορμί μου απ' τα αστέρια να πέσει. Άλλαξε μου ό,τι είδα. Ζήτω η Ελλάδα. Ζήτω η Μαριούπολη. Αζόφская столица.